Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Зразы – известное любимое блюдо польских королей. Эта закуска представляет собой рулет со всевозможной начинкой из овощей, мяса или грибов, либо необычные котлеты. В классическом рецепте в заранее отбитый кусок мяса заворачивают овощную начинку. Рулеты перчат и солят по вкусу, после чего обжаривают со всех сторон на сковороде. В домашних условиях секретом приготовления сочных зраз является фарш. Его необходимо пропускать через мясорубку несколько раз. Составляющие блюда: 1 кг картошки, 0,5 кг грибов, соль и молотый перец по вкусу, несколько головок репчатого лука, 3 ложки пшеничной муки, 1 куриное яйцо. Картофель чистят, моют, режут и отваривают. С готового картофеля сливают воду, емкость с продуктом отправляют на плиту для выпаривания излишней влаги. Картошку измельчают в пюре, добавляют в массу соль и перец по вкусу. Содержимому кастрюли дают остыть, после чего в пюре добавляют пшеничную муку и 1 куриное яйцо. Лук моют, чистят и нарезают небольшими кубиками. Обжаривают овощи на сковороде с добавлением растительного масла до золотистого цвета. Картофельную массу делят на лепешки. Каждый кусочек заворачивают в грибную начинку. Небольшие котлетки обваливают в муке и жарят до готовности. Кушать сразу рекомендуют со сметаной и зеленью. Приятного аппетита! Блюдо с курицей. Ингредиенты: куриное яйцо 1 штука, филе курицы 170 грамм, картофель 6 штук, 1 луковица, морковка 1 штука, базилик, соль и специи по вкусу. Пошаговое приготовление зраз включает в себя: отваривание 6 клубней картофеля, готовый продукт пюрируют, добавляют масло, соль и яйцо, тесто для котлеток готово. Морковь, лук и мясо режут кусочками и тушат до готовности. Массу в процессе приготовления перчат и солят по вкусу. Сюда же добавляют немного сушеного базилика. Из картофельной массы делают тонкие лепешки, в которые заворачивают остывшую куриную начинку. Котлетки обваливают совсем немного в муке и обжаривают с двух сторон на сковороде. Зразы выкладывают на бумажные полотенца для того, чтобы лишний жир стек. Вкусное блюдо готово. Приятного аппетита! А пробовал ли ты когда-нибудь зразы? Делись своим ответом в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.